Всем привет! Сегодня это я, Алекс Супер Батарейка. Как дела у вас? Мы сегодня будем печь новый торт. Это шарлотка, как вы хотели. По вашим просьбам мы сегодня делаем яблочный пирог. Ну, это все для вас. Вы мои зрители, я ваша Алекс. И, конечно, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Я вас обожаю, I love you. Обязательно подпишитесь на мой канал, кто не подписался. Вы помните, мы опять в Алекс Беке. Не забудьте поставить ваши в комментариях, что вы хотели приготовить в следующий раз. Обязательно напишите. Да! Какие продукты нам нужны? Вы знаете? Давайте посмотрим. Способ приготовления нашей шарлотки в описании под видео. Одно яйцо. Вот. Щепотка соли. Вот. Сахар. 25 грамм. Молоко. 50 грамм. Ничего себе! Цедра с пол лимона. Растопленное сливочное масло. Вот. 20 грамм. Чук-чук-чук. Мука. 40 грамм. Порошок на выпечке. Пол чайной ложки. И по желанию немного корицы. Вот корица, ла-ла-ла. И самое главное, два яблока. Мы взяли зеленое и красное. И кисленькое, и сладенькое. Сначала берем яйцо. Сюда. Добавляем щепотку соли. Теперь на сахар. И теперь все это взбиваем миксером. Теперь добавляем цедру лимона. И наше масло. И снова перемешаем миксером. Теперь муку постепенно. И опять перемешиваем миксером. Перемешиваем, чтобы не было комков. Ставим это в сторонку. Замесим нашими яблоками. Тонкие дольки. Теперь сбрызгиваем лимонным соком. А сверху посыпаем корицей. Перемешаем все руками, чтобы все
Хорошо, пропиталась. Вот так мы сделали. Теперь добавляем нашу смесь. Порошок на выпечке. Пи-пи-пи. И перемешиваем. Это так приятно. Теперь опускаем яблочки в нашу смесь. Ой-ой-ой. Это немножко нелегко от меня, понятно? Все хорошенько перемешиваем. А кстати, я хочу вам что-то петь. Я вам буду петь песню. Хара кольба калут, а ты я рациней козы. Чем зарах кольба кер, если он лам я фей. Хэн кольба калут, а ты я рациней козы. Чем зарах кольба кер, если он лам я фей. Теперь вы пойте. И наши яблочки тоже готовы, смотрите. Теперь ставим это в сторонку и готовим нашу форму. Теперь мы будем мазать сливочное масло. Наша форма готова, а теперь мы все это кладем сюда. Стараемся распределить наши яблоки равномерно. Вот так получилось. И напоследок поливаем снова сливочное масло. Все, наш пирог готов. Вот это получилось. Смотрите, сколько яблок. Это настоящий взрыв яблок. Разогреваем нашу духовку на 180 градусов и ставим наш пирог на 1 час. Идемте поставим. Обалденно вкусно. Очень нежный, пушистый, самый вкусный в мире. Сделайте это и пробуйте это. Подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока!